Всем привет! Неделю назад у меня зацвели мои лилии. Я про них вам все время рассказываю, показываю. И в этом видео я расскажу, что этот сорт лилии у меня зацветает самым первым на моем участке. И именно в этой стороне. Наверное, это все потому, что здесь стена, здесь немножко теплее, чем, например, на проветриваемом месте. И в этом месте лилии у меня зацветают первыми. Цветут они, в принципе, долго, красиво. Очень классно смотрится в срезке. Вот такая лилия. То есть одна веточка – это практически букет. Часто у меня просят срезать себе веточку для букета. Размножается эта лилия. Я вам тоже показывала, как очень быстро. Деток образует очень много. Луковицы вырастают в диаметре до 20 сантиметров. Об этом у меня тоже есть видеоролик. Вот. Потом, после того, как эта лилия начинает отцветать, у меня зацветает другая лилия. Вот эта. Она, видите, она тоже на подходе. Эта лилия имеет запах. Если первая запах не имеет, то эта лилия запах имеет. У этой лилии бутоны очень крупные и большие. В этом году немножко подгрыз кто-то корни, потому что, видите, снизу листьев нету, немножко отходило. И, кстати, один кустик такой же лилии у меня пропал. Вот. Я пока не убираю, чтобы там не травмировать то, что осталось от луковицы. Почему так происходит? Я думаю, что там, скорее всего, кто-то подгриз, потому что у меня на этой вот клумбочке были дырки в земле, и довольно-таки огромные. Значит, это была либо медведка, ну, либо, я не знаю, может, мышки ходы сделали. Вот. Моя штамбовая розочка. Вот уже что-то отцветает, что-то продолжает цвести. Вот. Ну, а потом, уже после того, как отцветет вот эта лилия, а зацветет вторая, у меня начинают цвести белые лилии. Белые лилии, они у меня низкорослые. А эта лилия практически, ну, 1,20–1,30 м. В этом году эта лилия немножко ниже, потому что погода была экстремальная, и некоторые, видите, совсем тут метр веточки повырастали. В предыдущем году бутоны были на уровне моих глаз. Вот. Ну, выглядит это, конечно, красиво. Вот такая вот красотень. Пересаживать нужно часто, потому что если не пересаживать, то загущается. И практически вот я в прошлом году здесь пересадила. И вы видите, вот, что опять наросло. Деток будет там тоже куча. Тоже буду их выставлять на продажу, ну, либо пересаживать куда-нибудь. Вот. Вот такие мощные, красивые ветки. Вот такая вот у меня красота.